Йоу, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Эксайл и Клинц. И мы будем сегодня воевать и брать топ-1 в Pyranovan Battleground. Будем драться. Всем привет! Укусики маков. Ну, как сказать топ-1, ребят? Сегодня мы играем в новый режим, который называется War Mode. И это, в принципе, обычный десматч, как и во всяких шутерах. Вот, то есть мы, не знаю, падаем с самолета. Мы падаем и сражаемся. Нужно набрать 200 киллов. Всей команде. Ну, команде, да. Команде надо набрать 200 киллов, и чья команда собирает это количество киллов быстрее, это, собственно говоря, и выигрывает. Вот, у нас сегодня действие в Липовке. Это очень странное место, и я вообще не знал, что здесь может быть такое. Ну, прикиньте, 30 человек в деревне. Так, нет, кто-то помесляет. Откуда? Я вообще этот район не знаю. А, блин, я вообще этот район не знаю. Он сверху стреляет. Прикол в том, что знаешь, что может тут быть? Тут, короче, могут, типа, во-первых, сидеть на крышах, это раз. Во-вторых, они могут сидеть в домах. Блин, это третье лицо просто. Ну, это капец, это капец. У меня еще, блин, мне еще дали этот мини-24. Ой! Я испугался, я честно скажу, испугался. Нельзя выбрать. Да. Не, ну, кстати, ребят, я давно хотел, чтобы в ПП добавили что-то подобное, потому что за счет таких режимов ты можешь прокачивать свой скилл, свою стрельбу, научиться стрелять. Да, я в принципе, немного понимать игру. Да какой мини-14? Ну вот реально, мне тоже мини-14 дается вот каждый раз. Правда, на тебя прыгаю. Ой, давай. Я пока теляюсь тут, пока бегаю. Блин, жалко, что что-то у меня какое-то говно. Ну смотрите, мы уже каким-то образом просто 30 киллов сделали, что? Чего? Я не знаю, как-то. Да, наша команда 30 киллов уже сделала. Я пока только один. Кто? Это я. Так, где-то кто-то окно разбил. Откуда? Где, брат? Они с окон стреляют где-то. Я тоже не понимаю, откуда стреляют. А вон, засел. Прямо на мне. Вырубил прямо одно. С моей стороны. Олег, я прям на него. Ну вот тут, ребят, вообще, ну никак нереально поймать кого-либо. Это жестко. Ну и то есть, смотрите, я сейчас умираю, и через 30 секунд... Блин, вот на самом деле надо было подождать, чтобы меня не убивали. Во, спасибо. В общем, через 26 секунд летит новый самолет, и он высаживает людей, которые умерли. То есть, вот так вот работает эта система. Ну, пока мы на первом месте, это радует. Это реально радует. Вот. Но все-таки я думаю, что в такой режим надо играть от первого лица, потому что все-таки что-то реально. Столько просто людей, которые сидят и выжидают. Где-то в кустах там лежат, чтобы вообще не видно было. Так, ну все, я готов играть через 3 секунды. Ребят, пишите в комментариях, нравится ли вам такой режим. О, к сожалению, но игру дается только 24 часа. Вот. То есть, потом режим пропадает на, ну, непонятно какое-то время. Вот, а так, ну, но... мне нравится. Но зато те вы люди, можете поиграть. У которых есть возможность создавать сервера, они не будут. Это если что про нас, как вы говорите, понимаете, да? Ну, неплохо. Так, куда Паша? Паш, ты где? Паш, понятно, я понял. Так, одного вырубил. Нет, стой! Да ну харе, ну реально, ну что такое вообще, а? Не, ну это бред как-то, я не знаю, это... Ну, тут очень странная зона. Прикол в том, что если ты упал, то твой тиммейт может поднять тебя, и на это всего потребуется там 3-2 секунды. 3, по-моему, секунды, да? Ну, блин, обнаружена задержка сети. Чё? А, во, всё нормально. Ну, блин, мне теперь придется ждать 30 секунд самолет. Ну, чё за дела такие? Я хочу поиграть, дайте мне поиграть. Не знаю, мы до этого сыграли на военке и сыграли на Георгополе. Вот на Георгополе было прям вообще круто. Да, на Георгополе там прям реально топ, ребят. А вот на военке, вот, что это сейчас за район? Прикинь, вот есть 10 человек. 10 человек, ну это сложно. Я в плане, типа, чтобы в команду собрать 10 человек. А, ну это круто. Это прикольно. Так, я лечу. Куда Паша пропал? Просто не знаю. А Паша не загрузился с нами, прикинь. А, в смысле? Я думал... Через сколько самолет будет... Через 30 секунд, новый самолет полетит. Это знаешь, типа, через сколько рейс у нас мы опоздаем на самолет? У меня не пишется почему-то. Мне дали калаш. Ну, я вот просто вижу типа, который сидит на крыше, понимаешь? Просто сидит на крыше. Может быть, я попробую. Ну, хорошо, братан. На самом деле нормально. Чего? А сколько секунд осталось там? Ой, нет! Так! Я лечу вниз, вижу, типа, на крыше стоит здание, да? Я прыгаю на соседнее здание, чтобы убить этого типа.
Начинаю стрелять по нему, мне начинает стрелять в спину, поворачиваюсь, и там тоже сидит один тип на одной крыше, сидит другой тип на другой крыше, и мы прям, знаешь, как в линеечку построились, и все друг друга убивают. Ну это как... Нет, это точно не та карта, на которой нужно играть. Так, я вижу... Не, по мне уже начинают, я даже не приземлился еще, по мне уже стреляют. Можно я, пожалуйста, забегу в дом? Спасибо большое. Я еще не удивлюсь, если кто-то в туалетах будет сидеть в домах и просто ничего не делать. Ждать я пока... сейчас буду сидеть, блин, как все играют эти. Фу, да, так и надо. На самом деле так и надо. Если... Опа-на. Не понял. Это откуда сейчас по мне прилетело? Это мне сейчас кто прописал? Я понял. Я чуваку в голову дал. Я понял. Вы что, все жесткие такие-то, а? Так, ну мне похилиться надо. Так, ну мы пока все равно на первом месте. И то при этом мы убили только вторую нужного количества, как бы, игроков. Я не знаю, сколько у меня убийств. У меня пока 4 только убийств. Но я думаю, это нормально. Это нормально. Thank you. Но все равно это очень сложно. Я договорился, типа меня подняли. Так. Всё. Так. Я вот мне интересно, откуда по мне стреляли. Причем, ну тут реально большая проблема, то, что ты вроде еще летишь. Ты еще на парашюте, да? Но по тебе уже начинают стрелять. И пока ты приземлишься, пока там все дела свои сделают, так это же сколько времени? Ты еще знаешь, как. Тут еще ящики будет. Прикольно так подсвечиваются, типа, когда ты кого-то уронил. 20 человек на карте! Где 20? Вы? В смысле 20? 30? Типа 20 противников. А, ну да. Вот, кстати, вот я вот сейчас вообще никого не вижу, реально. А потом где-нибудь в кустах я найду кого-нибудь, отвечаю. Так, заходите. Так. С другого фланга. Так, а тут еще еще аирдроп уже точно падают здесь. Да. Так. Да. Так, по-моему. Я могу спасти кента, я могу спасти его. Братан, я спасу тебя. Брат. Так, давай, я поднимаю. Где все? Алло. Тихо. Не уходи. Так, все, красава, я поднял. Так, прицел, граната. Что еще? Знаешь, чем подобрал? Пулемет! Я вижу просто, да, я вижу просто двоих, которые сидят тупо! С ВСС за этой, на, за стеночкой. Давай. Просто за стеночкой сидят. Я пойду их выкурю оттуда, реально. А то что это они там это? Нельзя так делать. Блин, у меня, правда, шлема нет. Я боюсь то, что сейчас кто-нибудь в спину-то по-любому будет дышать, походу. Я вижу, как типы в дома заходят. Блин. Ай! Меня, походу, спалили! Дать, откуда сейчас-то попали? Боже мой! Ну я хотя бы на рейс прям идеально успеваю. Так, я вот сейчас прям на типов полечу. Ну блин, это забавно реально, то, что типа 40 секунд, каждый самолет, каждый вылет. Как бы это прикольно. Как бы, и нам еще. Да, самое главное не опоздать. Так, вот тут типчики, значит, сидят. Я вот сейчас к ним, что у меня. Но блин, у меня СКС, но я все равно попробую. Вот они прям сидят, они крысят! Они тупо крысят, смотри. Опа-на. Нет, хорошо. Так, меня, по-моему, не спалили, да? Да в смысле? Да в смысле? Чё за бред? Минус убейте 2. Меня, убейте. Спасибо, ну давай. Он специально, когда оставалась секунда, да, чтобы я улетел, он специально подождал и не убивал меня, чтобы я вот сидел сейчас и ждал 30 секунд, понимаешь? Просто зашел в дом и убил троих. Красава, сколько убийств уже у тебя? У меня 6. У меня, по-моему, 4 или сколько, или 5. Ну, блин, мало, я думаю, мало. Мне интересно, сколько вообще вот максимум у нас типов в команде сделали вообще киллов. Ну блин, вот мне вот это на самом деле то, что вот 10 секунд ждать, там 20-30, это, конечно, не круто, это мне не куда нравится. Куда мы все патроны делись? Я не знаю. Паша еще тоже куда-то пропал. Все не по плану идет, просто все идет не по плану. Я не удивлен, все не по плану. Все, я не удивлен, реально я не удивлен, все не по плану. Так, брат, давай я к тебе. Но нет, ну только не менее 14. Мне вот за эту игру ни разу ничего скорострельного, кроме калаша, не давали. И вот единственное оружие, с которого я плохо стреляю, ну не единственное, конечно, ну, как бы одно из них, это калаш как раз-таки. Поэтому, так, брат, я с тобой. А, нифига ты как тут это расположился неплохо-то, а? Ну я так аккуратненько, знаешь. Ну аккуратно, давай я к тебе. Так, ну слушай, тут еще и лут у вас-то сколько, а? В принципе, кошерно живете так, господа. Не можешь плохо. Меня вылечить, пожалуйста? Да, конечно. Спасибо. Давай. Откуда? С другой стороны. Не-не, вот сюда подойди, сюда подойди. Давай. Вот хиль меня. Сейчас, подожди, я помогу. Хиль меня, пожалуйста! Ты хиляю, брат! Все, я знаю, где тебе. Давай, я пока бинтуюсь, Где, на крыше? На крыше, вот на 130. На 130, я понял. У меня просто, я уже так долго играю, что у меня нет брони, типа, и шлема, мне просто так, сломали типчика.
Ну он просто на месте стоит, ну это странно. Есть типы, которые... Чего? Так, ну это походу какой-то забагованный. Я в него 10 пуль сделал. Сделал 10 пуль? Ну попадание точнее. Я понял. Ну вон, видишь, стоит на 220. А он, наверное, вышел, может быть. Ну я не знаю, может быть, может быть, может быть. Мы на первом месте, мне это радует. Тихо. Так, я опять убили в голову. Я увидел. Я отомстил, брат. Тихо. Есть фарек. И бегом, бегом, в дом! Да в смысле, брат? А вон, он оттуда стреляет, он нас оттуда убил. Откуда? Вот сейчас откуда? Убейте меня, убейте! О, все, красава. У меня просто там, ну, сколько, как бы, опаздываю на самолет. 6 секунд. Осталось 6 секунд. Почему он пишет, что я 0 человек убил? Че за кек, че за лоу? Так, все, погнали, полетели. Смотри, как я понимаю, 21 живых, то есть это конкретно сейчас в Липовке находится 20 человек. Ну, возможно, это как-то так. Ну, на самом деле, блин, режим прикольный, но вот... А ты видел самолеты, которые дроп бросают, они, короче, это... Чё? Они медленнее, короче, падают. Ой, медленнее летают. Серьезно? Да. Не, я чё-то как-то не обращал на это внимание. Так, нет. Самое главное, сейчас вот приземлиться. Ну, снова миньку дали мне, Так, пацаны, не кипишуйте. Сейчас пасу... Ну, ты... Ну-ка, пошел. Ань, да... Зря убивал, зря просто убил, реально. Так, иди сюда. Так, в смысле? Я по голове попал ему. Так, большая аптечка, глушитель, рюкзак, третий уровень. Фига, чувак, тут... Аук даже есть, ты прикинь? Это аирдроп залутал. Ну, это аирдроп, чувак, залутал. Ну, вот аирдроп, это крутая тема. Это крутая. Можешь ко мне, у меня тут вообще безопасно. У меня тут вообще все круто, все здорово, прекрасно. Так, еще и глушитель даже есть. А, вижу, так. 8 убил. Красава. Так, пацаны, здорово. Так, я пойду, короче, в атаку. Я не знаю, я не люблю стоять на месте. Опа-на. У меня гроза есть. Красавчик. Так, где он? Да в смысле? No, he's lagging, he can kill him. Can heal him. Да в смысле? Да как? А, кстати, нам осталось двоих убить, брат. Нам осталось убить двоих, и серьезно? Мы выиграем. Да, да, да. Давай, я конкретно сейчас за тобой наблюдаю. Давай. Опа. Фига, гроза жесткая. Ай! Меня даже сзади убили. Ну там они повсюду, они просто а как повсюду. Как он так выжил? Там три. Я не знаю. Сейчас будет забавно, если нас кто-то обгонит, когда нам осталось два фрага, в принципе, сделать, как бы, да? Нет, это будет неплохо. Так, я через одну секунду. Все, я снова в игре. Лечу вниз. Я прямо лечу вниз. А что за. У меня что? А, мне ВСС дали. Неплохо. Неплохое оружие. Мне тоже ВСС дали. А походу, те, кто в одном самолете летят, им всем одно оружие. У вас, ну, кстати, может. Я не знаю, как это работает система. Странно то, что мы не можем на я одного типа. Убью. Давай. Я может быть тоже. Давай. Ты его на крыше, тот на крыше, который. А! Да! Да! Это был я! Это был я! О, да! Ребят, 6 убийств. Я думаю, что для, ну там, буквально первой катки, можно даже так сказать, неплохой режим. На самом деле, играть можно. Вот, тренироваться, там, скилл, все дела. Вот, это был пробный такой чистый ролик. Самим было просто интересно посмотреть, что это такое. И показать вам, конечно, тоже хотелось. Вот, потому что это эксклюзивный, как бы, режим, который доступен только на 24 часа. Поэтому, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Иксайл и Паша, который пропал неизвестно куда. Вот, в общем, друзья, не забывайте подписываться. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Ебой, всем отбой.